У нас сегодня сосисочная вечеринка. Сосисочная вечеринка. По акции. Сейчас мы найдем еще кого угостить. Одну уже раздала. Рыжули какой-то. Симпатичная, такая скромная. Они у нас тут все бегают, такие чипированные, с этими, с такими штуками на ушах. Ну, все равно бездомные. То есть, видимо, кто-то за ними приглядывал, но по итогу... Ой, они разбежались, там машина приехала мусорная. А, не, вон они тусуются, вдалеке видно. Отбежали. Временно не сортируют помойку. Сейчас пойдем поближе. Тогда бежите. Все, у меня доширак на обед. Без сосисок. Итак, всем огромный привет, ребята. С вами на связи филиал Ада по улице Задриснева, номер 100. Я менеджер этого филиала «Любовь консультантов». Вот. Поэтому обращайтесь ко мне по всем вопросам. Вот, что я могу рассказать. У нас сейчас действуют акции, бесплатная, значит, ежемесячная подписка с автоматической рассылкой. Вот. Ежемесячная подписка на бытовые проблемы. Что у нас еще есть? Популярная в 2020-2021 году подписочка на кризис. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Проблемы в личной жизни, ежемесячная подписочка. Одиночество, печаль. В общем, подписывайтесь, что вам ближе, что вам актуальнее. Что у нас? У нас все хорошо. Погода, как вы видите, дрищит за окошком. В ночь заморозки, поэтому будет каток. Вот, будет каток. У всех будет падучая. Травмпункты, значит, будут переполнены. Ну, все как мы любим. Вот, все как мы любим. Вот так. Что еще? Трасилась, я вообще хотела, сейчас уже вечер, я выходила днем, я сейчас хотела сходить в магазин, потому что я забыла купить сахар, вот что я хотела, сахар, сладенького мне захотелось, кофе не сладкий пить я не хочу, вот сейчас я сгоняю за сахаром, заварю кофе, и мы с вами будем обсуждать все, значит, насущные проблемы, вот. Так, я пришла, там уже все замерзло. Вот, сейчас у нас сколько? 8 вечера, у нас уже тихий час, внезапно наступил. Поэтому я выступаю для всех сейчас. Кто за картонной стенкой находится, для всех выступаю. Купила, значит, горячий гамбургер. Гамбургер такой вот. И мы сейчас его будем есть с вами. Я, как вы уже поняли, на грани, значит, расстройства, какого-то тяжелейшего психического расстройства уже нахожусь. У меня что, какие еще новости? Протек шланг, сломался унитазный бачок, вот эта вся история. Короче, я уже все это пришила, но счастья мне это не добавило, конечно, вся вот эта вот возня. Историю с бачком я сама не смогла решить, к сожалению. А вот что такое? Кто-то хочет котлетку? Вы будете котлетку, да? Ну, на. Где ты опять пыль собирала? Вот, со шлангом я решила сама, а с бачком нет. Это было так, знаете, огорчительно.
Что у нас? У нас ретроградный Меркурий. Мне девочки написали в комментариях, что ж такое, ты нас подсадила на гороскоп и сама не смотришь. Это же ретроградный Меркурий, все должно быть через жопу. Это норма, норма. Норма жизни сейчас, вот на февраль месяц расклад у нас такой, все должно быть в жопе, в полной, все должно... Ну, в общем, для чего хорош этот период, как я поняла, для того, чтобы что-то переделывать. Ну, ни в коем случае ничего не начинать нового, ничего не планировать, ничего там себе не лечить, потому что придется переделывать, да? Не планировать важных дел, потому что они могут сорваться и так далее, ну, всякая такая херня. Вот, судя по всему, все, что раньше было сделано плохо, пришлось переделать. Хорошо, что хотя бы потолок на голову не падает подвесной, натяжной, уже хорошо. Потому что бачок изначально тут кряхтел и пыхтел. Было понятно, что долго он не протянет. Но он и не протянул, 5 месяцев едва ли протянул. Шланг, я не знаю, может быть, он был БУ, почему он отслужил 5 месяцев, я не понимаю. Я никогда не видела даже самых дешевых шлангов, которые там через 5 месяцев начинают из них там сифонить изо всех дыр. Я не видела таких шлангов. Ну вот, теперь увидела. Типа он был новый. Ну, может быть, он был не новый. Бургер оказался дерьмо полное. Надо было брать с куриной грудкой, как обычно. То ли булка, то ли капуста. Вообще воняет каким-то металлом, я не знаю. Котлета какая-то, блядь, кровавая. Так, какие были вопросы? Что там у нас происходит? Короче, был вопрос, почему бы просто не сменить жилье, почему? Ну, на самом деле, я уже нахожусь практически в процессе подготовки к переезду, но я думаю, что ничего не сорвется, то есть уже конец февраля я буду в разъездах, начало марта я буду в разъездах, если все получится, все выйдет, может быть, я в апреле уже улечу к мужу, поэтому такая ситуация, что ну к чему менять, да, сейчас куда-то въехать, это, во-первых, переезд, расходы на переезд, сразу 2 месячные оплаты в первый месяц вносятся по правилу, да, ты въезжаешь и платишь типа за первый, последний месяц. Сразу 2 надо готовить, да. Тут остаются тогда там по коммуналке платежи. Мы же сначала живем, потом приходит квитанция, да, вот сейчас у нас февраль, в феврале придут квитанции за январь. И, соответственно, если куда-то съезжаешь, там еще будет 2 месяца за тобой тянуться долго, да, то есть... Сейчас в феврале за январь заплатить, да, и в марте за февраль. Вот сейчас живу в феврале, да, в марте еще. То есть 2 коммуналки, 2 платежа по аренде сразу внести, куда-то въезжая в новую квартиру. Ну и плюс, да, тут, если все будет хорошо, тут не так много времени осталось. И... Какой смысл, да? Какой смысл, если в идеале, ну, хотелось бы в апреле уже улететь отсюда, то какой смысл сейчас что-то менять жилье, суетиться, колготиться? Это же все тоже расход. А так нет, если бы ничего этого не было, я бы без вопросов занялась поиском, потому что это невозможно. Это невозможно просто. У меня уже крыша просто срывает крышу. Вот. Ну вы видите, да, что рассказывать, видно по мне. Картонные стены, ржавая вода, свистящие двери, окна. Поющие, скулящие. Вот так, мотайте на ус. Вот такие прелести жизни. В новостройке. С
Со шлангом, конечно, история была не слишком огорчительная, а вот с бачком, да. То есть он просто, ну, как бы не смывал воду и все. И это проблема, да, потому что ты как бы не можешь сходить по своим делам. А если ты сходишь, то, собственно говоря, как смыть, потом как пригласить, значит, мастера или кого-либо, чтобы это кто-то отремонтировал, если там уже плавает твои продукты жизнедеятельности. Это не совсем понятно. Что еще строение бачков бывают, ну, как бы сама форма унитаза, она бывает разная. Да, мне сразу приятельница написала, типа, ты, да чё ты паришься, возьми там тазик, возьми кастрюльку, набери воды и смывай там сколько хочешь. Но не тут-то было, не тут-то было. Бачок имеет особое строение. И, в общем, говно, чтобы смыться, оно должно быть очень талантливым. Как же ее звали? Елена Исинбаева, что ли? Вот это прыгунья шестом. Ну, говно должно быть таким же талантливым. То есть оно должно разбегаться шестом, отталкиваться и запрыгивать туда в слив, чтобы его унесло. Короче, так просто не сделаешь это, да? То есть очень мощным потоком воды. Ну, такая вот, значит, такое строение у него, высокий вот этот вот подъем. И, естественно, я сразу же забила тревогу, сразу же сообщила об этой проблеме. Я пыталась сначала решить сама, не получилось, сообщила об этой проблеме. Мне сказали сегодня, ну, образно говоря, в тот день мне сказали, да, сегодня вечер. Не получилось, короче, до утра пришлось ждать. Это было не весело. По-моему, я за вот это время, пока он был сломан, я просто, у меня весь зашлаковался организм, понимаете? Вот так. У меня уже началась говноинтоксикация просто. Меня захлестнули вот эти токсины. Я стала выглядеть на 30 лет старше. Ну что у меня еще? Плохие новости были, терки с моим бывшим по поводу кошки. Подробнее расскажу в следующем об этом видео вам. Он, короче, там пошел в отказ, я к нему обратилась с маленькой просьбой по поводу кошки, а он залупился, короче. У него теперь все иные жизненные обстоятельства, другая женщина, другая жизнь, какие там кошки от прошлых браков, кому они нужны. В общем, да. И мне надо было решать этот вопрос, и я тоже вот решала этот вопрос, что делать, куда ее отдать на несколько дней. Ну, короче, оно говно, ребята, одно говно. Ладно, надеюсь, я полностью обосрала вам настроение. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, и пока-пока. Надеюсь, выйду к вам на связь в следующий раз в хорошем настроении.